8 кузнецких семей вычеркнуты из списков неплательщиков благодаря месячнику по погашению задолженности за жилищно-коммунальные услуги. В рамках акции они оплатили свои текущие платежи и долги за ЖКУ. После этого им были списаны в общей сложности 35 тысяч рублей, начисленных в качестве пеней. Власти Кузнецка рассчитывают, что итоговые показатели мартовской коммунальной амнистии будут не хуже, чем 3 года назад, когда горожанам последний раз предлагался такой вариант выхода из коммунальной долговой ямы. В момент проведения месячника был списан гражданам пеней более чем на 700 тысяч рублей. Вот. И была проведена оплата дополнительно к проценту поступлений на сумму более 2,5 миллиона рублей. В среднем жители Кузнецка ежемесячно оплачивают около 98% начислений за жилищно-коммунальные услуги. Показатель неплохой, однако у сотрудников отдела по взысканию задолженности Центра коммунальных платежей работы меньше не становится. В первую очередь мы стараемся, конечно, эту работу вести в досудебном порядке. То есть предупреждаем должников, выезжаем, по месту их жительства, выясняем причины образования задолженности и предлагаем различные варианты, погашения в досудебном порядке. Итогом такой работы с населением зачастую становится заключение соглашений о предоставлении рассрочки. Составляется индивидуальный график погашения долга. Таким образом, в прошлом году кузнечане заплатили 5,5 миллионов рублей. Как показывает практика, месячник – не менее действенный способ предоставить горожанам возможность погасить задолженность. Александр Маркеев, Юрий Шипунов, телеканал «Экспресс».